Репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем. Новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Вечная молодость, миф, иллюзия, химера. Старость, как хищник, крадется тише пантеры, крадется, чем тебя наградила молодость. Между тобой старым и молодым пропасть. И вот мы копим сами и копит государство на то, чтоб нам потом не пришлось нуждаться. И вот решили в Минтруда и соцзащиты, что денег нужно больше, чтобы мы были сыты. И уже в следующем году сможем больше собрать, если в цепочку эту включить работодателя. Ведь если люди копят сами на свою старость, то пусть и он помогает хотя бы самую малость. Всего-то 5% от нашей зарплаты. Но ведь для многих это серьезные затраты. Бизнес уйдет в тень, предупреждают эксперты. Для экономики нет хуже зарплаты в конвертах. Гера и Ассоль, Алма и Грация, Рокки и Рада, с ними пришлось попрощаться нам. 6 животных зоопарка умерли в неволе. Зоозащитники всем этим очень недовольны. И ведь не в первый раз гибнут дети природы. Умирали барсы, шимпанзе и бегемоты. Алматинский зоопарк теряет подопечных. Животных губит человек и его беспечность. Специальная комиссия озвучила причины. Как оказалось, зверей не от того лечили. Ошибки допускали местные айболиты. Не зря защитники животных были так сердиты. И раз уж гибель питомцев уже давно не редкость, тогда вообще зачем держать их в железных клетках? Человек не вправе править животным царством, ведь и у них есть права, с ними нужно считаться. God save the queen. 99 дней, даже не 100. Новый премьер Британии, парень простой. Растрепанные волосы, но без дрожи в голосе. Добро пожаловать на пост, мистер Джонсон. Вот кто действительно любит крутить педали на двухколесном на работу вдоль магистрали. Для многих лондонцев Джонсон отличный пример. Лондонцы знают Бориса, он их бывший мэр. И вот уже премьер, вершина из вершин. Королева одобряет God save the queen. И вот он первый его спич на новом месте. Королевство не хочет быть членом ЕС. Этот процесс затянулся уже до неприличия. Джонсон идет на принцип, время ограничено. Через 99 дней его премьерство. Королевство все-таки покинет евросемейство. God save the queen. И на этом все, что мы сказать хотели. Это был репортаж новости недели. Ждите обновлений на канале нашем. До новых встреч, народ. С вами был Ермашев.